Всех приветствую себя на канале. Это канал о рукоделии «Красивое тепло». И сегодня я хотела бы вас вот именно вот так поприветствовать, потому что сейчас на улице -27, но на следующую неделю нам передают от 40 до 48 градусов мороза. И поэтому чисто технически вообще будет невозможно что-то записать. Я хотела вам сказать, что вот пролетели уже 2 недели января, они пролетели очень быстро. И в этом видео я вам покажу свои работы, свои процессы, которые я уже начала, поделюсь с вами. И вот посмотрите, какая красота. Это наш парк, куда люди приходят погулять. И, конечно, им не страшен никакой мороз. Занимаются здесь бегом, ходьбой. Посмотрите, какая красота. Очень холодно. Рука просто моментально замерзает. Ну и телефон тоже уже на грани. Я знаю, что во многих регионах сейчас тоже морозы. Например, в Петербурге до 17 мороза. Ну, а в некоторых, конечно, даже снега и не видели. Мне очень жаль, что люди не видят такую красоту. Хочется с вами делиться. Заниматься какими-то физическими упражнениями, конечно, сейчас для организма очень тяжело. Видимо, зимняя спячка какая-то. А пройтись по зимнему, морозному, такому красивому, сказочному парку, это святое. Это, конечно, дорогого стоит. Увидеть такую красоту, как из сказки. Сказка «Морозко», помните? Обожаю эту сказку. Но в этом году почему-то вообще я ее и не увидела по телевизору. Надо, наверное, по интернету найти и посмотреть. Просто удивительная старая сказка наша. Почему нашим детям не показывают сейчас такое? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам прогулка была по парку и вообще нравится ли формат вам таких видео. Или, может быть, вы заходите на мой канал только для того, чтобы посмотреть мастер-класс, вдохновиться какой-то вещью. Очень будет интересно почитать ваши комментарии. Так что пишите, жду. Дальше в видео я вам покажу готовые работы и процессы. Кому интересно, оставайтесь и смотрите дальше. И начну я, наверное, с готовой работы. Это вот такая шапка, мужская. По этой шапке я сняла подробный мастер-класс, и он скоро будет на моем канале. Так как зима у нас еще в разгаре, морозы крепчают с каждым днем. На носу у нас крещенские морозы, и поэтому еще мы успеваем повязать теплые шапки и порадовать своих близких. Это вот такая двойная шапка с отворотом. В районе ушей и лба здесь 4 слоя, поэтому она будет очень теплая. Если вы выберете натуральную пряжу, это будет еще и дополнительным бонусом, что она будет теплая.
Вот так она выглядит без отворота. Эту модель я рассчитала так, чтобы она сидела по голове. Здесь классическое закрытие макушки. Связана она из 100% бобинного мериноса. По ощущениям она очень напоминает кашемир. Такая нежная, приятная для очень чувствительной кожи. Шапка вот такая. Двухслойная. Если вас заинтересовала такая модель, как ее связать, подписывайтесь на мой канал. Если вы еще не подписались, нажимайте на колокольчик, и тогда вы не пропустите точно это видео. Метраж у меня примерно 250 метров на 100 грамм. Почему говорю примерно? Потому что бобинная пряжа немного отличается от моточной пряжи. Например, бобинная пряжа, она увеличивается в объеме, и поэтому я рекомендую всегда вязать образец под вашу пряжу. Если вы не найдете такую пряжу, как у меня, оригинальную, тогда нужно вязать образец и высчитывать плотность вязания. Также уже в этом году, в начале года, я выпустила мастер-класс по вязанию вот такого классного капюшона капора. Это вообще незаменимая просто вещь. Некоторые не понимают, как его носить. Очень легко и просто. Если у вас нету на той вещи, на которую вы одели, нету капюшона, а на улице ветер, прекрасный вариант. Только можно вязать его не обязательно такой зимний, как у меня, из пуха норки. Можно связать его из мериноса, более легкий вариант. Можно связать его под ту вещь, под которую вы будете носить. В любой момент можно его просто снять, но шея ваша будет защищена. Я искренне советую вам связать такой капюшон, если его у вас еще нет. На моем канале я сделала такой подарок. Это бесплатный, попетельный, очень подробный мастер-класс. Ссылочка будет здесь вот вверху на видео. Проходите и вяжите вместе со мной. Это мой первый процесс в начале этого года. Это просто отдыхательный процесс такой. Я вяжу водолазку из буклированной пряжи. Это просто облако какое-то, в составе которой альпака, нежнейшее букле, и к тому же она очень теплая. Вяжу я регланом погоном и довязала, вот уже разделила я на перед и спинку и вяжу отдельными деталями. Мастер-класс я не снимаю, но пишите в комментариях, если вам интересно подробности, я подумаю, как вам рассказать об этом процессе. Вяжется он достаточно быстро. У меня здесь высокая горловина, ее можно будет носить как вот внутрь подворачивать, и это будет смотреться вот так. Можно как стойкой, если у вас достаточно длинная шея, либо подворачивать в эту сторону, и это смотрится вот так. Очень довольна этим процессом, вяжу с удовольствием. Вяжу я вот из пряжи дропс. Дропс альпака букле. Здесь идет состав альпака 80%, 15 меринос, 5 полиамид. Цвет у меня 32-50.
самый главный плюс в этой пряже, что она тонкая, хоть и букле, то есть ее можно под верхнюю одежду одевать. И она очень-очень теплая в составе, потому что здесь альпака. Состав очень натуральный, поэтому она очень теплая. Вяжу этот процесс с большим удовольствием. Я начала второй процесс, и поэтому этот процесс у меня немножко отодвинулся на второй план. Второй процесс сейчас я вам покажу. Это мой второй процесс. Здесь плохо видно, потому что я не пересняла на длинную леску этот процесс, но я вам покажу попозже. Навеяло меня вот это вот зимние праздники, зимняя кутерьма, вот такой рисунок. Я решила применить его. Давно у меня была мечта связать красно-белый свитер и обязательно с оленями. Здесь у меня двойная горловина вывязана, вывязала росток, провязала я основной рисунок и подхожу уже к проймам. Осталось немного и буду разделять на перед, спинку и рукава. Вяжу из пряжи, также дропс, непал. Мне эта пряжа вот прям тактильно до того приятная. В общем, я вяжу и балдею, как мне приятно держать эту пряжу в руках. В составе здесь также альпака, полностью натуральный состав. Вяжу на больших спицах, номер 5,5. Мастер-класс также я не снимаю. Пишите в комментариях, если вам нужна подробная инструкция. Я, конечно же, подумаю, как вам ее преподнести. Изначально этот проект задумывался не двухцветным свитером, а из нескольких цветов. Я считала, сколько мне нужно пряжи каждого цвета, и заказала. Основа у меня была бы вот эта красная. И еще 4 цвета дополнительных я заказала по 2 моточка. Я вам скажу, что я планировщик еще тот, и поэтому у меня планы меняются просто катастрофически быстро. И результатом этих перемен оказался вот этот двухцветный свитер. Даже я не посмотрела на то, что изначально у меня пряжи не хватит на двухцветный. Я рассчитывала не на 2 цвета. И по итогу я сейчас вяжу и в срочном порядке заказала пряжу. Мне не хватит этого красного, пришлось заказывать. Ну и дополнительно к этой пряже я же не буду заказывать пару моточков. Надо было уже заказывать еще какие-то дополнительно. Но так как у меня регион очень удаленный от материка, поэтому ко мне пряжа приедет, ну, в лучшем случае это 2 недели. Буду, конечно, надеяться, что все это сработает раньше. Я так думаю, что до конца января этот свитер у меня еще не будет готов. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас происходит. Вы как пряжу заказываете, с запасом или ровно вот на один проект? У меня вот получилось так. Раньше я заказывала всегда пряжу с запасом. Но сейчас в связи с тем, что пряжа очень сильно подорожала, приходится высчитывать все в тютелька в тютельку. И получаются вот такие казусы. Интересно послушать ваше мнение на эту тему. Вот такой для меня плодотворный начался год. Планы у меня на этот год вообще грандиозные. Я написала себе целый список, что бы я хотела связать. Ну и помимо своих хотелок, конечно, есть какие-то нужные вещи. Поэтому нам, рукодельницам, скучать не приходится. Это радует. Как я буду продвигаться в своих процессах, я буду держать вас в курсе. Если вам интересны мои работы, задавайте вопросы, пишите комментарии. Я буду очень рада ответить вам и
рада буду новым знакомствам. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Будет очень много интересных видео. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать эти видео. И я желаю вам ровных петелек. До новых встреч. Пока-пока.